Шоколадки. Шоколадки. О, вот он, вот он, вот он, ребята. Есть, поймали. Все, все, ребят, больше не... О, опять животина. Опять животина. Да что ж ты. Животинка, только не в яму. А они вообще на волках в яму падают, нет? Есть, полетик словили. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем ловить зомбарей в игре Зомби Кетчер. Снова приветики сегодня получают Матвей Степанян, Лёша Мнец, Вадим Колесников, Саша Копанев, Вова Трасько, Акерки Куаныш, Илья Ивонин, Владик Дон, Мария Замкова, Илья Ильющенко, Марк Язовских, Назар Коваленко, Максим Василевский, Вероника Новожилова, Настя Соколина, Дмитрий Жикин, Азерет Нурланов, Миша Псел, Вика Скорикова, Тимур Симошенко, Ксюша Мирутко, Матвей Тимофеев, Наташа Машковская, Александр Фишер, Иван Кирло, Анна Тордия, Саша Сазоник, Саня Придеин. Как вы поняли, Матвей Степанян правильно угадал количество дней, которые шла ко мне кнопка от Ютуба. Это было 18 дней, ни много, ни мало, могло быть и больше, могло быть и меньше. Это еще мне повезло, ребят, что посылка не застряла на таможне, не стали меня вызванивать, спрашивать, что это такое, зачем, откуда, почему. Ну а теперь возвращаемся к нашим зомбарикам. Ребят, смотрите, снова доступно испытание дня. Что с тобой, испытание дня? Ладно. Поохоться на диких животных. Так на чьей стороне мать природа? Поохоться на змей, летучих мышей, крабов и прочую живность. 11 штук нам нужно замочить за час. Давайте принимаем вызов. Это прикольное задание, оно мне нравится. Сейчас будем выполнять. Ну что ж, ребят, я поохотился немного на зомбарей, попродавал их и накопил 46 тысяч монеток. Улучшить зомбовыжималку, по-моему, стоит 40 тысяч. Давайте сразу улучшим зомбовыжималочку. И сейчас нам нужно продавать товары. До этого мы могли производить, по-моему, по 10 товаров. А сейчас мы можем производить по 20 товаров. У нас есть уже зомбари, запихим. 49 минут. Ну ладно, сколько нам нужно продать-то? Ух, ёлки-палки. За 25 плутоний ускоряем. Нам нужно сейчас ловить, ребята, на зимней локации. Это кто у нас? Лыжники, короче. Горячий шоколад, по-моему, да? Один у нас есть, нам нужно еще 5 штук. Ладно, погнали, ребята, на зимнюю локацию. Пока что поохотимся на этих чувачков. Зомби наружные, погнали. Так, берем с собой, что мы с собой берем? Пушка Тесла берем с собой. Заряды, смотри, все заряды, у меня испытание дня-то доступно, и все заряды сразу зарядились. Крутяк, ребят, я не знаю, что с эмулятором произошло. Видимо, он просто долго был включен у меня. Взяли пушку Теслы, ловушку Теслы и погнали. Сейчас будем охотиться на всякую живность, если она у нас здесь из живности. Это ж кто, волки только? Волки, ребята, ну ладно, давай здесь. Одиночный какой-то зомбарь, если это печенька, то я тебя гарпуном словлю, есть за ногу. Давай, еще у нас здесь двое. Тоже поди печеньки какие-нибудь. О, не, вот этого чувака, наверное, пушка Теслы. Здорово, ребята. Тройняшки тут сидят. И тут у нас тоже сидят. Я, ребят, предлагаю сделать такую штуку. Давайте мы поставим ловушку Теслы здесь и ловушку Теслы с этой стороны. Ой, что-то я не то сделал, на гарпун переключился. И давайте попробуем бросить мозги со всех сторон. Куда зомби побегут, там ловушки Теслы у нас и сработают. Так, давай, здесь бросаем мозг. Здесь бросаем мозг, а сами прячемся за этот шарик. Ой, ловушки Теслы. Ой-ой-ой-ой-ой, сработали везде. Я думал, они куда-нибудь побегут, они что-то побежать никуда не успели. Только вылезли и тут же словились. Ну ладно. Ладно. Сколько мы поймали этих? О, 3 штуки поймали. Еще нам нужно 2 шоколадки этих горячих. Горячих лыжничка. И все. И все, на зимней локации мы заканчиваем ловить зомбарей. Правда, ни одной животинки что-то прибить у меня не получилось. Где-то этих попугаев-то я не видел даже. Так, живность, вылазьте. Где вы тут летаете? Ну-ка, вылазь. Нет никого, ребят, смотрите. О, где-то сова-то укала, где-то есть-то. О, волчара, да, лови! Есть одна животинка. Одна животинка есть, ура! Бросаем мозги. И прячемся. О, желтый снег. Если он мне в голову попадает. Ай! Вот он, попугай этот. Попугай.
Лови. Есть. Двое уже готово. Продолжаем. Продолжаем, ребята. Ну что, ловушку Теслы... Ловушку Теслы здесь запулим. Посмотрим. Посмотрим, ребята. О-о-о-о-о! А эти тоже считаются, что ли? Смотри. Чувак, который на волке сидел, он тоже засчитался как животное. Волчара. Вот это да. Вот это да. Жёлтый сахар. Волосатый. Ой. Жёлтый снег. Блин. Жёлтый снег. Ой. Башку. Ура! Ну он даже в нас не попал, по-моему. Ну что, лыжнички? Были? Есть лыжнички. Один только? Да ёлки-палки. Ну ладно. Нужен ещё один лыжник, ребята. Находим зомби за Плутоний. Понеслась по новой охота. У нас одна ловушка Теслы. И все, наверное. Ну ладно, здесь аж 8 зомбарей, елки-палки. О, вот они! Вот они, лыжнички, полазили. Так, 2 штуки мы поймали здесь, крутяк. Погнали дальше. Вот там у нас трое сидит. Лови! Вау! Че это? А, попугаи! Попугаи! Да что ж ты? Улетел, блин. Заряд Теслы. Ай, не кидайся! Не кидайся, кошку, получи током. Фух, что-то я животинку-то нашу пропустил всю. Тут аж 2 штуки попугая пролетало мимо. Вы куда? Они, наверное, с другой стороны сейчас полетят. Ну что? Давай. Ловушку Теслы запускаем. Попугайчики! Ау! Алле, вы где? Пролетало же 2 штуки. Все они. Отлетали свое, что ли? Угу! Угу! Ну вы где, угу? Какие-то вороны, что ли, орут? Вороны орут! Попугаи где? Нет никого. Ну? Волки воют. Нет никого, ребят. Ладно. О, вот волчара! Я не понял, смотри! Он вас схватил! Блин, убежали, ребята! Убежал наша животинка! И зомбарь в дырку нас нырнул. Крутяк. Ну ладно, лыжечков мы словили и погнали в кафешку. Опять 110 зомбарей мне накопилось в кафешке. Но эти зомбари болотные в основном. Я их приберегу на потом. А пока что... Нам нужно, ребята, еще 2 ворюги. А лыжничков... Ой, я, ребята, попутал. Нам еще нужно лыжничков. Нам еще 2 лыжника нужно. Да ё-моё, что будешь делать? Что-то у меня с математикой проблемы какие-то. Нам же, ребята, нужно 3 раза заполнить зомбоужималку, поэтому еще 2 лыжника. Еще 2 лыжника. Покупаем все приблуды и погнали по новой. О, хоккеист! Ты где клюшку свою потерял? Хоккеист готов. О-о-о-о, смотри, кого я вижу, да что? На! Наверное, гарпуном что-то делать. Так, и заряд Теслы нужно подобрать, сходить. Вот волчаров схватил мозг в прошлый раз и побежал. Ау, желтый снег! Ай! Лови! Есть! Не успели, не успели. Не успели, ребятки, убежать далеко. Этот вылез не успел. Черт, снежок прикатился. О, смотри, какой... А, смотри, какая броня, ребятки! Ты печенька! А! Да что, убежал? А чё у меня? Переключилась опять пушка Теслы. Убежал от меня печенюшка, но он сильно бронированный был. Я бы гарпуном его по-любому не пробил. Еще один нужен. Да что ж ты. Чё-то охота как-то затянулась у меня немного. Мамонтов морозок. Давай, мне шоколадку, больше ничего не надо, блин, печенька опять. На, в ногу. Шоколадочка! Желтый снег опять. Ай! Так, попугай! Куда? О, прибили! На! Да что? Попугайчик! Сова ты северная. На попугая похоже. Шоколадки. Шоколадки.
О, вот он, вот он, вот он, ребята. Есть, поймали. Все, все, ребят, больше не... Уа, опять животина. Опять животина. Да что ж ты. Животинка, только не в яму. А они вообще на волках в яму падают, нет? Есть, полет словили. Фух. Пронесло, и мозг уронил, смотри. Волчара. Ну все, теперь нам шоколада точно должно хватить, и я, по-моему, отжиматься-то их даже не запихал. Или они отжались уже? Не, по-моему, я их запихивал и ускорял. И еще у нас три шоколадки, крутяк. Так, так, так. Так, так, так. Два ворюги. Да, точно два ворюги. Ну что, погнали, ребят, сейчас поймаем два ворюги в Чайна-тауне и все, наверное. Перейдем на новый уровень, посмотрим, что там наконец-то, наверное, появится новый зомбарь. Потому что мы же уже улучшили зомбожималку, все. Ой, что-то я пушку Теслы купил. Ну ладно, морозильная пушка у нас, все снаряды есть, погнали. Нам нужно еще животин замочить, три штуки. Вылазим. О, смотри какой, Поппинс. Готов. Бронированный какой. Где там крыша-то, елки-палки, сколько мне лететь. Угу. Опять все не то, все не так. Ой. Ой-о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 й. Да что такое-то? Ты мне нужен, ворюга. Не убегай далеко. Фух, догнали. Еще два штуки. Хоть бы ворюга здесь была. Пожалуйста. О, да-да-да-да-да-да-да. Есть, все, готово. Можем уходить. Ура, вы всех поймали. Но животных мне нужно еще замочить несколько штук. А если быть точнее, то три. Сейчас, наверное, запихаем воров отжиматься и пойдем на болото, поохотимся на змеюк да летучек. Ох, 25 плутония, ну ладно. Для такого дела мне не жалко. Погнали на болото. Зомби что-то я сегодня не горю желанием освобождать. А нам же, в принципе, чё, сетимёт и не нужен? Нам же мочить сейчас животинку. Ну ладно, попутно, ребят, я поймаю уж тех зомбарей, которые у нас здесь есть. Квакушки какие-то квакухают. Где кто? Вот они. Промазал. Ла! Есть! На! Есть! Еще один! Еще одна! Еще один, еще одна! Кто-нибудь выходи! Блин, сколько же здесь зомбарей, а? Ну ладно, давайте поохотимся уже, раз мы сюда пришли. Оу, лимонадки! Что ж ты будешь делать, промазал. О, плутоний, плутоний! Плутоний! Ай, получили в голову, плутоний от нас убегает, ё-моё! Есть, есть, ребята. О, нет, пожалуйста! Убежал от меня плутоневый зомбарь. Вот, блин. Да, получили молотком по башке и все, собственно. Ладно, давай сетиметом. Где у нас животина-то вся? Ау. Не животное надо какое-нибудь. Нету. Нету. Испытания дня не буду растягивать. На неделю хочу все сразу выполнить. Ну. Ползучая летучая. Вы ползаете, вылетайте. Где вы там? Пищит кто-то где-то. О, вот она. Промазал. Змеюка ползет, смотри. Ура! Испытание дня выполнено! Не прошла неделя. У-у-у! Чикарики, ловите. Большие глаза у них такие, на очки похожи. Ну, обычные зомбари, ребята. Смузи да лимонадка. О-о-о-о, зеленые и коротышка. Ура! Всех поймали, ребята, всех животных тоже замочили, домочили. Наконец-то. Перейдем сейчас на новый уровень. На новый уровень, да, у нас здесь все поймано. Давайте, наверное, сначала зайдем вот сюда, получим нашу награду за испытание дня. Кручу, верчу, прямой эфир хочу. Ну, плутоний. Вау, прочерк! А что, бывают и прочерки? Первый раз, ребят, по-моему, сталкиваюсь с тем, что у нас в автомате выпадает прочерк. Блин, как так? Ну ладно, что, мы 4 плутония, по-моему, получили?
Погнали на 56 уровень, посмотрим, что у нас есть. Вау, новый продукт, новый зомби. Что у него? Что у него? Он на ракетнице какой-то летает. Обалдеть, Чайнатаун, ну да. И новый продукт какой-то. Из этого зомбаря мы будем делать. Что у нас, зомбовыжималочка? Сколько стоит? 40 тысяч, все дороже и дороже. Здесь у нас коротышки, два зомбаря получается. Окей, да, ребята, вот такие вот делюшки. У нас появился новый зомбарь, новый продукт, но ловить мы будем уже в следующей серии. Смотри, 2000 товаров нужно продать, обалдеть. В общем, ловить новых зомбарей будем в следующей серии, а на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Я с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.